срочно нужна ваша помощь. В связи с устрашающей обстановкой для граждан России в Латвии. С огромной просьбой просим вас пожертвовать русскому пенсионеру в Латвии на переезд в Россию. Владимир, 71 год, живет в Алаже, Сигулдский край, остался без ВНЖ и средств к существованию в Латвии. В 2023 году не сдал экзамен по латышскому языку. В Латвии он живет больше 45 лет. Жена умерла от рака желудка 9 лет назад, детей нет. Из живых родственников у него никого не осталось в Латвии. Он еле выживает и голодает. Денег катастрофически не хватает, чтобы выжить в данный момент, так как вместе с ВНЖ он лишился всех социальных гарантий, банковского счета и медуслуг. Так люди, тем более пожилые, не должны жить в Латвии, в современном обществе. Не имеет значения, какой у него паспорт и кто он по национальности, он человек. Огромная просьба к вам помочь этому человеку свести концы с концами и, наконец, переехать жить из Латвии в Россию. По понятным причинам у Владимира на данный момент нет действующего банковского счета, Владимир лишен возможности пользоваться банковскими услугами на территории Евросоюза. Счета для пожертвований далее в видео. Спасибо огромное вам за помощь и поддержку. Вы замечательные. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я бы очень хотел бы поблагодарить всех за ту помощь, что вы мне оказываете. Пришло то время, что мне 74 года, приходится просить вашей помощи. Я всю жизнь прожил в Латвии, достойно отработал и оплатил налоги. А теперь со сменой законодательства я стал ненужным своей стране Латвии. У меня даже нет возможности открыть банковский счет на свое имя. К сожалению, мне даже не дают дожить в моей стране. И к большому сожалению, я должен покинуть свою страну.